Вы смотрите видео об отеле Флориол Парк. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Флориол Парк расположен в стране Италия в регионе Сицилия и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Флориол Парк Хотел 4 звезды расположен на берегу залива Кастелломаре побережья Тиренского моря, на пляже с мелким золотистым песком. Недалеко от отеля находится живописный поселок Тирозини 500 метров, колоритный сицилийский городок Чинизи 1500 метров и столица острова Палермо 25 километров. Такое удачное расположение отеля позволяет гостям и насладиться отдыхом на море, и посмотреть самые интересные достопримечательности Западной Сицилии. На территории отеля имеется 210 номеров, рецепция, холл, ресторан, американский бар, телевизионный зал, терраса солярий, мини-клуб «Дети 4 11 лет». В номерах есть спутниковая, ТВ, телефон, сейф, радио, кондиционер, мини-бар, балкон, ванная комната, душ, фен, стандартные двухместные номера и сьюты с гидромассажной ванной. Номерной фонд отеля состоит из 6 номеров: суит, спальня, гостиная, ванная комната с джакузи и душем, 204 номера стандарт-рум. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть велнес-центр, массажный салон, сауна, турецкая баня, открытый бассейн с гидромассажом, детский бассейн, 3 теннисных корта, волейбольная площадка, футбольная площадка, мини-гольф, пинг-понг, стрельба из лука. Для детей есть детский бассейн, мини-клуб для детей от 4 до 11 лет с 15 июня по 15 сентября. Собственный пляж отеля с шезлонгами и зонтами в летний период. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.